Здравствуйте, я Эдуард Прокопьев, и это очередной выпуск программы «Альметьевск спортивный». Сегодняшний выпуск посвящен татарской национальной борьбе, более известной как «Куреш». И сегодня мы встретимся с настоящей спортивной звездой Альметьевска Ильясом Галимовым, снискавшим славу сильнейшего батыра не только в Татарстане, но и за его пределами. Алло, здравствуйте, Ильяс. Мы уже в спорткомплексе и ждем вас. Да, собираюсь. Вот уже вещи. Собираюсь, уезжаю на тренировки. Спорткомплекс «Татнефти». Именно здесь и тренируются альметьевские борцы. Здесь делают первые шаги будущие чемпионы. Здесь в упорных изнурительных тренировках куются победы. Но это сейчас в Нефтеграде есть все условия для того, чтобы воспитать из подающего надежды мальчика профессионального борца. Раньше все было несколько иначе. Мне 37 уже, а я начал бороться 17 лет, когда еще учился в Чистополе со спортивниками. У меня был там Рульнадий Селимджанович, который как бы с улицы забрал меня, давай тренироваться, давай бой с тебя борца делал, потому что именно сильные борцы получаются из деревень в большой степени. Вот, и начал бороться 17 лет, и выигрывать начал где-то через 4-5 лет. Борьба Куреш имеет глубокие корни и многовековую историю. Наряду с обычаями, обрядами и традициями она составляет национальную культуру татарского народа. Первым официальным чемпионатом по национальной борьбе Куреш была спартакиада автономных республик и краев, которая состоялась в июле 1928 года в Казани. В августе того же года была проведена всесоюзная спартакиада по национальной борьбе Куреш. Большим шагом в развитии национальной борьбы стало создание 5 декабря 1968 года Федерации по национальной борьбе в Татарстане. В Альметьевске борьба Куреш пользуется особенной популярностью и любовью. Известна целая плеяда альметьевских батыров 50-60-х годов. Именно они на протяжении многих лет отстаивали честь Альметьевска на районных сабантуях и республиканских соревнованиях, среди которых соревнования памяти поэта-героя Мусы Джалиля. Заложенные тогда традиции с успехом продолжаются с сегодняшними альметьевскими батырами. Четвертый год подряд сборная команда Альметьевска завоевывает золото на этом престижнейшем турнире республики. Хочу сказать про наш Альметьевск, про нашу команду, которая вот уже много лет занимает первые места, не только как участники, но и как команда. Вот уже мы второй год подряд стали чемпионами. Это заслуга наших, работа наших, заслуга наших тренеров. Во-первых, все зависит от руководства. Хочу сказать про Мазит Хабибовича, который сам боролся, между прочим, как бы сам участвовал, сам боролся, знает изнутри эту борьбу. Куреш, он очень сильно поддерживает. И в последние годы с его поддержкой мы стали уже четырехкратными мусажалили турнира. А Мусажалили считается среди всех турниров самым престижным. В сборной команде района около 40 человек. Из них формируется первый и второй состав, чтобы в случае травмы была возможность заменить спортсменов. Съемочной группе программы «Альметьевск спортивный» удалось воочию понаблюдать за тренировкой батыров. А Ильяс Галимов специально для телезрителей канала «Пятница» Альметьевск подробно рассказал о правилах татаро-башкирской национальной борьбы. По команде арбитра борцы сходятся в центре ковра. Арбитр проверяет форму борцов и дает команду, при которой борцы занимают исходное положение. Борец обеими руками берется за пояс партнера на спине. Существует несколько видов стоек. Высокая стойка, средняя и низкая.
Борьба самая, в чем заключается? В том, чтобы соперника оторвать, чтобы был отрыв какой-либо, и бросить на спину или на 2 балла, или на 1 балл. Есть и запрещенные приемы. Правила не позволяют вставать на колени, упираться головой в грудь и лицо партнера, кулаком в живот соперника. Нельзя выходить за ковер и наносить удары ногой. Бросок с падением атакующего партнера оценивается чистой победой. Бросок соперника на ягодицы, колени или живот оценивается в 1 балл. Бросок на бок в 2 балла. Если по каким-то причинам одна из сторон не согласна с решением судьи, его можно оспорить. Тренер недоволен полученным баллом или не дали балл, то он бросает кубик красный и после чего оспаривается. И в каждых соревнованиях сейчас у нас ставятся видеокамеры, и повторы можно остановить схватку и посмотреть также. Кстати, мало кому известно, но Куреш не ограничивается одними лишь единоборствами. Групповые схватки, хотя и являются редкостью на чемпионатах, но тоже предусмотрены. У нас борьба еще и стенка также. Команды, около 40 команд, стенку на стенку борются. По 5 человек, это будет через где-то 2-3 недели у нас в городе Чистополь. В течение года проводится около 14 соревнований, которые входят в республиканский зачет среди 50 команд Татарстана. И это не считая множества других турниров и, конечно же, выступлений на сабантуях. Все это требует отличной физической подготовки. Тренировки – залог успеха. Самое главное, я думаю, выносливость – самая нужная вещь. Я считаю, что спина должна быть очень мощной у национальной борьбы «Кураж». Плечи и ноги. Но остальное уже, техника уже приходит уже со временем. Это уже все идет от тренеров и от себя также идет. Также уж, естественно, надо вести здоровый образ жизни. Не забывают и о подрастающем поколении. Альметьевская школа татарской национальной борьбы воспитывает достойную смену сегодняшним чемпионам. И работают с ними хорошие тренера. И наши ребята уже показывают по республике, по России достойный результат. Молодое поколение растет, и профессионализм этого спорта еще будет выше и выше. Одним словом, самые грандиозные победы еще впереди. Да и сам вид спорта каждый год набирает все большую популярность и значимость. Об этом свидетельствует и тот факт, что в этом году борьба «Куреш» вошла в реестр видов спорта, представителям которых присваивается звание «Мастеров спорта России». Раньше давали мастеров спорта Республики Татарстан, заслуженных мастеров Республики Татарстан, награждали медалями, знаками почета. А все сейчас это будет происходить через Россию, значит, у нас вошел в реестр. Это что значит? Значит, нам, ребятам, кто выиграет мастерские турниры, чемпионат России, будут даваться мастера спорта России. Я думаю, что вот уже в универсиаде наша борьба все-таки уже была, Кураж, она вошла. Я надеюсь, что может там, через несколько лет, может еще чуть-чуть, еще постараться надо будет, но в Олимпиаду надо войти. Ну что же, я оставляю Леса Галимова и наших борцов. Тренировка будет продолжаться еще около часа. А с вами мы увидимся в следующем выпуске программы «Альметьевск спортивный». Всего вам доброго, и если вы не знаете, чем заняться в ближайшую пятницу, займитесь спортом.